Мужчина заразил неизлечимой болезнью 14-летнюю знакомую, с которой занимался любовью. Инцидент случился в Чебаркульском районе. Установлено, что 40-летний ухажер не раз вступал в интимные отношения со школьницей. Причем сама девочка была не против. Их роман длился 3 месяца, пока обо всем не узнали полицейские. Позже выяснилось, мужчина болен ВИЧ и заразил девочку. На педофила заведено уголовное дело. Ему грозит до 12 лет колонии.